странах, где проводились вот эти испытания. Так вот, уже несколько столетий мучили, сейчас и даже рассказывать совсем нам не надо, но надо знать, почему и как все было и строилось. Ну, во-первых, мусульмане, когда еще жили у себя, они, у них религия их призывает в течение всей жизни стремиться к ихнему раю. У них тоже есть рай и ад, естественно. И их религия их призывает представлять себе рай как роскошная, разнообразная природа. Роскошная, разнообразная природа. И их природа заключается в сочетании диких растений, цвета истребили уже три четверти этой горы, на самом деле. Гора была намного-намного больше. И на самом деле ее стали статичные. Когда-то в очень давней древности цыгане их выгоняли отовсюду, выгоняли цитории, естественно, никому налогов никаких платить не надо было вообще ничего оплачивать, и они вот так жили в королевских пещерах огромнейшей территории и постепенно приспосабливались вот к такому образу жизни. Естественно, идет какой-то прогресс жизни и мира, появляется постепенно город вокруг, город Гуазин, с которым начинают принадлежать вот эти пещеры, постепенно пытаются их заставить платить какие-то налоги, хотя цыганами... цыган чему-нибудь чего-то заставлять, это очень сложно и очень даже рискованно иногда. И они говорили, что где вы вообще были, когда эти пещеры были наши, мы здесь жили. С правой стороны посмотрите, какие симпатичные посадки, пещеры, красивые. И они там стали приспосабливаться и с эволюцией жизни, с прогрессом жизни, они тоже стали переживать определенный прогресс. То есть, когда появились все эти электрические шнуры и кабли, они пиратским образом стали их также проводить к себе, они стали пользоваться абсолютно всеми коммунальными услугами, которые им были. Но они здесь очень-очень-очень давно уже живут. Так вот... Они очень сильно отличающиеся от всех остальных обычаи. У них свои какие-то ритуалы, у них свои свадьбы. Во-первых, это народ, который обязательно до сих пор женится в церквях и по католическим правилам, чего уже с каждым разом все меньше начинает быть в Испании. Сан-фламенко. Сан-фламенко – это цыганский танец. В
некоторые пытаются сказать, что это арахис каблуком. И я всегда это слышала, но на самом деле не до конца в это верила, пока не стала ездить вот на фламенко здесь в Гранаде и видеть, как это семьи, там танцуют семьи, они танцуют в пещере, а пещера — это их дом, то есть на верхнем этаже пещера, причем многоэтажная, должна я вам сказать, и на верхнем этаже их дома, их квартиры с бассейном, с джакузи и со всем, потому что иногда нас, когда летом очень много группы, мы все одновременно не помещаемся, сначала нас проводят наверх, чтобы немножечко подождать, и мы иногда так неприлично заглядывали к ним в окна посмотреть, как они живут. И квартиры, и дома очень даже такие благоустроены, но это, конечно, не самые-самые типичные цыганские семьи, это образованные цыганы, во-первых. Во-вторых, состоятельные, потому что весь этот бизнес ихний на самом деле. И это цыгане, которые учились в университетах Франции, Италии, Англии и так далее. И тем не менее, несмотря на их цивилизованность, несмотря на их образование, вот эти обычаи и вот этот самый настоящий изначальный цыганский дух они сохранили. Они такие же абсолютно цыгане, живут точно так же, ведут себя точно так же громко разговаривают, размахивают руками и хлопают постоянно руками, стучат каблуками, и любой ребенок, то есть это у них сидит в крови на самом деле. Я вижу детей, которые там бегают, и пятилетняя девочка танцует тут так великолепно, с такой пластикой, и она танцует это фламенко, что ни в какой школе, ни в какой академии, наверное, такому не научить. Так вот, желание поднять градус алкоголя в сангрии, тогда смешивают вино с разными ликерами, алкогольными, фруктовыми обязательно. А когда желание помягче выпить сангрию, то смешивают вино с соками разными фруктовыми, туда вкидывают кусочки свежих фруктов, и получается прелестный освежительный алкогольный компот получается, но очень легкий такой, очень несильный. Невысокий градус алкоголя. Так вот, они угощают либо сангрией, либо вином, либо виски, все что. По желанию также входит в стоимость то, что они за нами заезжают и сами подвозят на фламенко, потому что это фламенко располагается в самом древнейшем районе Гранады. Этот район называется Аль-Байсин, в котором когда-то жили арабы, сейчас живут цыгане. Но когда я такое говорю, все начинают пугаться, говорят: Полина, она старая тема. Так вот, они ни на кого не нападают, они никого не грабят, наоборот, очень любезно и мило обслуживают. И так как эти районы, там улицы очень запутанные и узкие, особенно узкие, наш автобус там не помещается, поэтому они заезжают на своих мини-бусиках за нами и везут туда. И не хочу обещать, потому что сейчас в сезон, я не знаю, будут ли там эти гиды или нет, но большая возможность того, что там будут сопроводители, они не гиды, просто арсбремя. Очень приятный парк, большой и важный в составе автономной области Андалусии, провинции Гранады. Несмотря на то, что у цыган сейчас нету 18 лет, а здесь это считается очень молодым возрастом. Я знаю, что есть страны, в которых это самый нормальный обыкновенный возраст, с 19-20, 20-19 это нормально, но 17-18 считается здесь очень ранним возрастом. Так вот, они все женятся и выходят замуж. Почему? Потому что это целая традиция, причем свадьба длится несколько дней. Религиозность тоже спала, естественно, в церкви это до сих пор считается очень страшнейшим грехом. На самом деле никакой дискриминации, никакого даже расизма в них нету, тем более еще каких-то других соображений к другим ориентациям или разным манерам. Город Гранада. Интересно. Все догадались. Просто Алавра находится чуть в высшей зоне, на горе. Находится, и мы сейчас пытаемся до нее доехать.
Все это самые новые части Гранады, это просто районы, обыкновенные современные районы. Никакой древности в них, естественно, еще не. Или гранит. Вот посмотрите, скоро мы будем здесь, это наш отель. Вот это отель? Да, это наш отель. Но в него мы приедем.